с собой все время контрабас таскает. Возможно, там внутри пулемет, но я не уверен. Да отстань ты, ну. Во, нормас. Блэд. Хоть меня дамажит. Хилкай! Пера-пера-пера-пера-пера. Да ты чего, ну? Да хорош. Алло, алло, алло. Да камон, камон, нет, нет, нет. Да ну я умер. Поля, гамовар. Бля, хилку не взял. Ну ладно, ладно, ладно. Доживем как-нибудь. Да хорош. Да вы откуда беретесь-то? Че, издеваетесь? Хорош. Вау, вау, вау. Отличное окончание громкого дня. Времена бить очков. Бля, пули кончились. Ёпа-мать. Фух. Фух. Так. А чё, последний уровень уже, что ли? Ну ладно. Последний так последний. Так, у тебя хилка. Спасибо. Ну, игра крутая, но вот этот уровень нет, пипец. Здесь слишком дохера всего происходит. Поэтому, возможно, мы сейчас на нем будем долго сидеть. А возможно, пройдем с первого раза, кто знает.
Бля, у него была хилка по-любому. Хилка. Кого? Я умер. А че у меня так быстро жизнь-то улетели? Да, ёп! Ладно. Я ожидал тебя. Мы ожидали тебя. Ты проделал долгий путь. Я чуть не пропустил нашу встречу с тобой. Как насчет того, чтобы сразу перейти к делу? Как насчет этого? Это насчет выживания. Просто, ну, тварь в деловом костюме. Давай. Выходи, драться будем, заебал. Ложь, обман, воровство. I cheat, I lie, I steal. Да. Эдди, нам тебя не хватает, блядь. Эдди. Вот он, мистер Харт. Вы разочаровали меня. Я ждал вас так долго. Очень долго ждал вашего возвращения. Откуда ты знаешь мое имя? Что ты знаешь возвращение? Что ты имеешь в виду под возвращение? Что ты думаешь о судьбе? Судьба? Не думаю. Ты можешь отрицать то, что ты уже видел? Капсулы какие-то. Воссоединения. Теперь больше смысла в этом. Твое лицо, оно такое же, как у меня. Мы все одинаковые? Очень хорошо. Ты просто кукла, созданная этой организацией, чтобы сохранить процветание. После меня ты займешь мое место, после тебя кто-то, короче, придет еще, видимо. Ритломен! Это наша судьба. Может быть, твоя, но это не значит, что я часть этого. Понятно. Ты мне не особо много выбора оставляешь в этом случае. Достаточно. Твои действия за гранью закона. Я завалю тебя. Ты чё? Чё, пёс? Сейчас завалю тебя, смотри. Давай уже, давай. Хочу его завалить, давай. Или он меня. Не знаю. Блять. Этот босс очень хитро сделан. Твои навыки впечатляют. Какая жалость, что тебе они больше не пригодятся. Я устал от этой игры, ты должен умереть. Ну давай. Ох, ебанутость грядет. Блять. Ненавижу этого босса. Блять. Вот он все время так делает.
Я не знаю, в какую сторону отходить здесь. Как правильно его доджить, эти ноги. В принципе, толн не сложный, но вот эти вот ноги его, они дамажат до хера просто по 4, что ли, по 5. А так босс-то, в принципе, ни о чем. Терапевт. Да, это последний босс. И в нем вся проблема. На самом деле, большая проблема в первой фазе. Она хитро-мудрая, блин. И в уровне проблема. Здесь бы я не знал, как его проходить, это была бы жопа полная. Но тут есть один моментик. Здесь босс реагирует на твое пространство. На твое положение на карте, скажем так. То есть, если ты стоишь вот так, он в тебя стреляет. Если ты сидишь, он стреляет. Он стреляет тебе снизу. И, короче, в этом соль. То есть, первая секунда, когда он просто тебя видит, он делает действие сразу. Если ты стоишь, он стреляет. И в идеале, короче, ты просто стоишь сначала, как только он начинает стрелять, ты пригибаешься и бежишь. Все. И это надо просто повторить. А с второй фазы, ну, блядь, от ног только уворачиваться и все. Больше мне ничего не надо от этого делать, в принципе. Да, блядь, попади ты в это говно. Так что, если повезет, мы пройдем быстро. Если не повезет, будем сидеть мучиться. Ну, мы достаточно быстро до сюда дошли. Что? Какая разница? Блэд тайминг! Сука. А это для вот да. Как я и говорил. Блять, что? Что? Что, блять? Фак, Юречка, ну. Сначала чего? Управлять прицелом по зданию, окна, улицы, крыши, потом до платформы. Чё-то даже не знаю.
Возможно, конечно, знаю. Да, блинский. У, сука, я иду. Стоим, бежим. Блин, не знаю такую. Блять, что ты, ёбаный рот. Не двигайся. Еще чуть-чуть, давай. Ай, блядь! Хак-е! Ничего не изменилось. Это больше, чем ты или я. Ты не можешь закончить это, ты не можешь уничтожить это. Каждый обставить свой день? Просто запомни, мистер Харт. В твоих жилах течет такая же кровь, как и моя. На куражах! Клевая игра. О, не брат, дохеран, да ладно. Я не пробовал искать просто Джеймс Бонд, Дэнди. Не знаю, может, тебе выдаст что-то похожее. Чего? Пропеллерный самолет? А, ты только сейчас о нем вспомнил. В японском там все было? Или что? В японском?